Делаю специально, понимаю, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе этого. Мы вот внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья. И здесь чего бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайности, не допускать никаких прыжков, чего бы ни происходило. Надо добиваться взаимопомощи. Мы большая, очень разнообразная семья. И, конечно, все бывает, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить в какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить. Надо, да. Я желаю тебе успехов. Спасибо.